Похищал детей, чтобы снять порно с их участием. В Одесской области орудовал бандит, который заманивал детей в свою машину и заставлял их сниматься в запретных видео. Один из таких случаев мог произойти в Лиманском районе. По отдаленным селам ездил черный «Мерседес». В одном из населенных пунктов его водитель заметил 7-летнюю девочку. Предложил ей посмотреть игрушки в салоне. Малышка согласилась и попалась в ловушку. К счастью, школьнице удалось вырваться из запертого салона иномарки, а преступник помчался прочь. Доехав до Николаевской области, он стер черную краску со своей машины, вернув ей изначальный белый цвет. И попытался на ней же вернуться в Одессу. К счастью, полиция была на чеку. Выяснилось, что бандит снимал на телефон порно-видео с детьми. Этот случай был далеко не единственным. Аналогічне повідомлення про намагання викрасти дитину до поліції надійшло від батьків малолітньої жительки сусіднього Березівського району. На даний час перевіряється причетність зловмисника і до цього злочину.